Ну что же, после того, как мы уже зашли в сам Майнкрафт, мы должны подключиться и зарегистрировать себе новый аккаунт непосредственно уже на самом сервере, где мы будем получать донат. В моем случае это Really World, как я и говорил. Логотип данного проекта я показывать не буду, потому что может прилететь страйк. Так, далее мы должны выбрать. Ну, в принципе, мы уже зарегистрировали какой-либо аккаунт. Давайте, ну, на любой гриф зайдем. Вот, все, отлично. Допустим, вот сюда. Сервер переполнен, что мне такое написало. Ну, я, в принципе, на Really World. Вот, только зарегистрировался. Все, теперь нам нужно выйти с сервера. Далее мы должны, опять же, зайти сюда и написать здесь вот такой вот IP и нажать подключиться. Как это связано, я вам сейчас все расскажу. Сегодня мы будем проверять вообще, что падает с данного способа. Здесь нам тоже нужно зарегистрироваться. Давайте зарегистрируемся. И вот я обычный здесь игрок, только зарегистрировался. Что мы сейчас сделаем? Здесь есть команда, называется она Servers. Вот, благодаря этой команде мы можем получить непосредственно донат на Funny Game, Mine Barsi, Bars Mine, Lucky World, Mine Legacy, Aris Mine, Tesla Craft, Sunrise, Really World донат можем получить, Really World промокод, Fox MC и OpMine. Нас интересует Really World донат. Мы нажимаем, и видите, для получения доната вам необходим донат хелпер за 1 рубль. Сайт доната. Не просто так у меня сайт доната открыт. Мы свой никнейм копируем. Переходим на вот этот сайт. Вставляем никнейм. Далее сюда пишем купон, допустим, вот РВ. Здесь выбираем донат. На самом деле, мне кажется, что это как-то связано, что нам будет выпадать. Если мы купим донат дороже, то будет круче, но я буду проверять на обычном хелпере за 1 рубль, потому что, да, ну, как бы пофиг, что мы будем использовать для проверки. Здесь нажимаем «Купить за 1 рубль». Нас перекидывает на оплату Тиньков. Сейчас я введу данные. Я тут все замажу. В принципе, ничего я обрезать не буду. Просто темный квадратик, почту можно не указывать, да? Да, почту можно не указывать. Так, сейчас мне должен прийти код на телефон. Сейчас ожидаем его. Как-то долго он идет. На самом деле это не круто. СМС-ки. Угу. Ну ладно, подождем, подождем, что уж тут спешить. Все-таки проверяем этот способ, можно ролику уделить побольше времени. Повторить запрос через 4 секунды. На самом деле, если у нас на этом все оборвется, получить новый код. Может быть, тогда мне придет что-то, нет? А, вот пришло. Пришло вот. Ой, новый код уже пришел. Угу. Вроде такой код. Неверный код, так. Угу, сколько здесь двоек? Все, оплатили. Отлично. А, ага. Попробуйте снова или оплатите другим способом. Хорошо. Я все-таки показываю, как оно есть, как может быть у вас. Давайте еще раз попробуем, потому что я код неправильно вводил. Оплатить. Надеюсь, у нас там данные никакие не сбились, то что. Вот, я просто код, скорее всего, неправильно вводил. Просто мне пришло 2 кода. А я вроде бы все правильно вводил. Так, ну. Просто код достаточно долго приходит. Я не знаю, с чем это связано. Ждем, ждем, в общем-то. Я не знаю, сколько мы будем ждать на самом деле. Но подождем, что уж тут. Так вот работают банки. Так вот они коды присылают. Сейчас я нажму получить новый код, мне придет 2 целых кода, да? Ну, вы мне пришлете код для оплаты. Вот, один код какой-то пришел. Капец, никогда не думал, что на сервер так будет трудно задонатить. Все, наконец-то я оплатил. И вроде бы все нормально. Да, все, смотрите, оплачено. Все, как же это долго было. Вернуться в магазин, давайте нажмем. Все, отлично. Теперь заходим на сервер. Выдался ли нам донат? Да, сразу моментально выдается хелпер. 1 рубль мы с вами сегодня потратили. Что мы теперь делаем? Смотрите, я не случайно именно такой никнейм занял, потому что ваш никнейм должен совпадать с тем никнеймом, который мы регистрировали на Really World. Сейчас мы проверим как раз-таки этот способ. Давайте. Servers.
Really World Donut. Все, теперь нам пишет успешно, ожидайте вы в очереди. И теперь вопрос времени, сколько нужно ждать. Потому что, ну, достаточно долго, походу придется ждать. А ролик я как бы записываю без паузы. И, в принципе, на сервере нам можно уже не стоять. Мы, кстати, креатив можем включать. Вот. Еще бы пароль изменить, давайте я сразу пароль поменяю. Перезайду на сервер, чтобы вы не смогли с моего никнейма. Сейчас у меня пароль 123321. А, нужно вот так вести, все. А, теперь. Так. Давайте, допустим, вот такой. Пароль был изменен, все отлично. Все, пароль я себе поменял. Теперь нам, в принципе, можно выйти даже с этого сервера. Донат у нас не снялся от того, что я поменял пароль. Вот все, видите, да, я мог креатив прописывать даже. Ну и у нас много прикольных других команд, допустим, что мы можем. Где у нас хелперка? Это же хелперка, да? Да, это хелперка. Кит хелпер, GM1. Обмана на команды здесь нету. Вот. И можно пользоваться вот этой крутой командой. Давайте уже пойдем, в принципе, с этого же ника на Really World. Все, и посмотрим, выдался нам донат или же нет. Так, гриф выживания. Давайте сюда. Без разницы на самом деле. Заходим. Донат, если выдается, он выдается везде, да? Так, так как я не играл, мне нужно ждать, когда с таблички, в табличке справа покажется. А, ранг игрок, нам ничего не выдалось. Давайте попробуем еще раз зайти на... Вот, кстати, IP. Ну, я все оставлю в описании. Логина я не помню. Ну, короче, нам только ждать остается. А, хотя... Хотя там могли выдаться кейсы. Там потому что написано было, в некоторых моментах выдаются кейсы. Возможно, нам выдались кейсы, но я на самом деле не уверен. Ну, сейчас посмотрим, может там донат выдастся. Если нам не выдались кейсы, то нам выдастся... Так, а где тут кейсы? Как их найти? Теперь вопрос достаточно. Может быть, варп кейс? Давайте на весь экран сделаю. Как тут найти кейсы? Где они находятся здесь? Может, нет, донат нам не выдался вроде, да? Сейчас справа должно показаться. Так. Очень интересный сервер. Да, мой игрок обычный. Мне бы найти кейсы, кейсы. Это киты. Правило, донат. Донат-магазин. Варп, кейс. Каким образом... А, вон они. Так. И какие кейсы нам должны выдаться? Тоже вопрос. Кейсы с вещами у нас нет. Кейс с реликами нет. Кейс с валютой нету. Кейс с донатом. Кейс с донатом. 10 штук нам выдалось, но... Донат. Есть ли у нас донат? Нет, донат нам не выдался. Нам, скорее всего, выдались вот кейсы. Давайте я вам покажу, что они открываются. И мне интересно, сколько стоит здесь... То, что нам выпадет. Драгон пролетает. Оверлорд. Титан, Херо. Херо у нас выдалось 10 кейсов. Кейсы. Они кейсы с донатом стоят. Слушайте, неплохо. Это, знаете, это даже не 3 донат кейса. Это 200 рублей, между прочим. Так что 25 донат кейсов на самом деле. Я не знаю, может, не может. И падает ли всегда 10 кейсов. Но достаточно прикольная акция у них действует. То, что... Ну, такая команда сервер сработает. Давайте покрутим, что нам выпадет. Магистр, оверлорд. Титан хотя бы, нет? Херо. Да, опять. Ну, тут уже зависит от самого Really World. Так что, ну, пробуем. Что сказать? Драгон, магистр, оверлорд. Мне кажется, сейчас может выпасть титан. И сейчас, скорее всего, выпадет титан. Серьезно, херо. Ну, здесь уже знаете, это как вам повезет в этом кейсе. Мне, как вы видите, не везет в этом кейсе. Так, ну если сейчас выпадет опять херо, это, ну, титан. Нормально, нормально, титан. А, титанка у нас сколько стоит? А, ну он второй, да? Давайте хотя бы кит титан.
Все, мы уже в ките. Ну давайте, что, 6 кейсов у нас осталось, докрутим, пожалуй. Почему бы нет, может что-то годное выпадет. В принципе, можете забирать этот аккаунт, я на Real World не играю особо. Просто проверили способ, способ работает. Но на самом деле, казалось бы, он мог меня, да, порадовать, но... Типа, это круто, да, типа, 200 рублей мы получаем, но я думал, донат нам выдадут, хотя бы херу. Хотя херу стоит, на самом деле, дешевле, чем донат кейсы, но по факту нам этот херу и падает. Мне кажется, сейчас опять, да, тут титан или хера, да. Не знаю, напишите в комментариях, кто-нибудь выбивал донат больше или... Вообще нет, мне кажется, здесь только так и падает. Вот эти вот штуки, драгон, магистр. Давай. Ну, что ты... Ну что, нет, опять херу. Вот, знаете, вы покупаете вот этот, вот эти донат-кейсы, сколько они тут стоят. Вы тратите по факту, даже если вы 3 кейса покупаете, вы тратите 79 рублей. Если 10, 200. И по факту вам падает фигня какая-то. Так что если вы собираетесь покрутить кейсы, уж лучше воспользуйтесь способом, который я вам показал. Потому что, ну, это максимально, ну, невыгодная трата денег, если вы будете тратить 200 рублей. На самом деле разница есть, и возможно вам повезет, вам даже дадут не донат кейса, а какой-нибудь донат. Даже если вам дадут донат хер... титан мне падал уже. Даже если вам дадут донат херу за 39 рублей, то в принципе, ну, нормально. Последний кейс остался. Пробуем его открывать. В принципе, я считаю, что я честно проверил этот способ, потому что я создавал новый аккаунт, новый никнейм, все новое. Авангард, титан... Ну ладно, титанка здесь осталась, забирайте аккаунт с титанкой. Я не знаю, что она здесь может, флай даже не может. Но хочу вам сказать, способ работает. Так что, если кто-то хочет, можете пробовать. Потому что даже если выпадает 3 кейса, это все равно выгодно. Потому что эти кейсы дают даже минимальный донат, который стоит, ну, 39 рублей. Вы уйдете в плюс на 38 рублей. Достаточно круто, если вы хотите сэкономить. На этом все, с вами был я, Дмитрий, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, всем удачи, всем пока, пока-пока, друзья.